Не может быть! Ребята, повезло! Привет-привет, друзья! Вы на канале Мультипульти! Всем вкусняшек, мороженок! И сегодня играем в Roblox, ребята! Слендерина! Прикольно, да? Я нашел игру Roblox про Слендерину, которую я играл вчера в оригинале! Итак, ребята, нам нужно опять искать книги. Не книги, газеты. Так, что это? А ну-ка. О, смотрите, код. Я нашел цифру 5. Прикольно, отлично. Так, вместо книг я должен искать газеты и потом подобрать код, чтобы выбраться из этого слендериного мандаринового лабиринта. Ладно, ребята, вон, видали код? Так, опа! Лёд стоит, чучело-мяучело! Ничего себе, вот она! Тихо! Осторожно! Как бы туда пролезть? Ух, страшно! Ля колбасит всех! Я прошел! Я прошел! Слендерина, мандарина, мандарина! Не поймала, не поймала! Ой-ой-ой! Ля, это кто? Это что, бабка ее? Вообще, их там две! Ребята, их там две, вы видели? Капец! Так, ладно, ух, хитрая какая! Вдвоем колбасит всех! Ничего-ничего, вы не на того напали, да, ребята? Это же я! Мульти-пульти, желейный мишка, зеленый! Попробуйте со мной разобраться, ага, вы у меня получите! Так, ребята, что такое? Что за газета бракованная? Газета-то бракованная, ребята! Циферка не появилась! Странно! А как я код открою? А как я открою код? Крокодил стоит! Так, тихо, осторожно! Осторожно! Тут это вторая ее! Она работает в паре с напарником! Ух, хитрая какая! Еще с одним привидением! Вон она! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята! Ля, какая она быстрая! Она такая быстрая, не успел даже рот открыть! Так, осторожно, эту я уже понял, как проходить! Так. Ой, да как так? Да как? Откуда она вылезла? Вообще? Так, ладно, еще разочек! Так, эту проходим осторожно! Так, где там этот крокодил сзади пугает меня? Ребята, в Роблокс играем! Классно! Но только очень плохо, я опять играю один! Ну где вы? Где вы, мои друзья и подписчики? Хочу с вами поиграть! Так, вон она стоит! Надо зайти как-то в комнату, ребята! Чтобы она меня не заколбасила! Тихо-тихо, осторожно! Видали, кровяки сколько налила! Так? Ля! Ля! Опять бракованная газета! Ой-ой-ой, ля, лазит! Лазит! Ты смотри, она что только... Ой-ой-ой! Вообще! Я даже не ожидал, видали, как она прыгнула! Капец! Ну ничего, ух, классно, мне нравится! Так, вот этот код нам нужно открыть, ребята! Ладно, тихо, проходим эту... Слендерину... Мандарин... Ой, опять! Опять! Как она вылазит? Ее то видно, то не видно. Ребята, ну надо как-то код же собрать. Надо выбраться отсюда. Так, ля, там уже кого-то бомбануло. Так. О, ребята, я нашел каких-то две двери. Новых? Ладно, посмотрим, что тут. Ля, два прохода. Ух тышка! Ля, вот это голова. Голова как арбуз. Прикольно. Улыбается еще. Че ты лыбу тянешь? Ладно, ребята, для чего там эта голова? А? Кто знает? Это головешка. Ля! Ха! Мандарина, ты голову потеряла! Ха-ха-ха! Ой, как весело! Так, ребята, что-то там пишется. А! Что-то мне написал кто-то, что-то я не знаю. Так куда идти? Ой, я заблудился! Ну ничего, сейчас выберемся. Прикольно в Роблокс играть в этот, в мандарину-слендерину. Прикольно, мне нравится. Веселуха!
остановилась возле двери. Ты посмотри на нее. О, девочка какая-то пришла, этот мальчик истукан стоит. Где вы, мои друзья и подписчики, когда я буду с вами играть, а? А? Так, ребята, ребятушки, газетки надо там собирать. Цифра, первая цифра 5, вы видели, так в шкафу. А ну-ка. Пусто? Пусто! Почему? О, газетка. Ну какая циферка? Какая цифра? Я чё, на бум должен нажимать? Ля, не появляется. Странно, очень странно. Просто странно. Да. И что я должен делать? Как я пройду? Так я открою код без цифер. Ну как? Как? Кто скажет? Кто знает? Странно, очень странно. Ладно. Так, ребята. О! Ля! Ну что за дела? Ну что за дела? Ну почему? Ребят, не появляются циферки. Одна циферка появилась, 5. Знаете что? Придется наобум нажимать. Буду клацать по сейфу. А вдруг повезет? Я надеюсь, что повезет. Так, ну тут все, не нажимается. Я эту газету клацаю. И о, вот тут. Так, выходим. Или не выходим, не знаю, заблудился. Ага, тут сюда идем, сюда не идем. О, сюда идем. Так, опять этот мальчик истукан. Так, вот сюда, тихо. Осторожно, осторожно. Ой, я все, зацепила меня. Лейслендер появился. Это ее отец. Отец! Он страшный, да. Это же Слендермен. Страшнее его. Даже не знаю, кто страшнее. Тут я был. На этих лестницах, на этих полках. Циферку 5 я нашел. Ребят, я не знаю. Не появляется вот на газеты, на которые я наступаю, должна появиться цифра. Я бы собрал уже давно код. А не появляется. Ладно, еще похожу. Может, что-то как-то изменится, активируется. Так, сюда пойду. Так, сейчас я осторожненько. Так, вот это вот, чтобы она меня не зацепила. Тык. А, отойди в сторонку. Расставила свои грабли. Нет, не получается. Не получается, что делать? Ну что делать, ну кто знает? Вот крокодил. Ладно, ребят, тут я был. О, так, еще один шкаф. Пусто, пусто. Ладно, идем дальше. Так, тут конец, тупик, это же тупик. Так, сюда. Так, о, еще две двери. Ля, жестко. Круто! Крутотень! Тень-тень, крутотень! Ну, эти лабиринты, конечно, тут вчера я бродил. Теперь сегодня брожу. Попробуй выход найди. Так, сюда пойдем. Пойдем сюда. Так, и музыка такая зловещая, да, ребята? Так и хочет меня напугать. А нас не напугаешь, да, ребята? Что нас пугать? Мы пуганы уже 1000 раз. Так. Ну что такое? Ну как мне эти циферки-то позабирать? Он там этот стоит. Вторая ее напарница страшная. И ведра. Для чего ведра стоят? Кровяки много. Вон стоит. О, газета так. Ребята, не получается эту газету активировать. А как ее активировать? Капец. Да, поиграли в Roblox. Спасибо вам, разработчики. Какой-то баги, глюки. Одна циферка всего нашлась. И как мне тебе сейф открыть? Как? Как? Быстро говорите. Да. Остается только рассчитывать на свою везучесть. Да, повезет, не повезет. Буду клацать циферки. Ой-ой-ой, ля. Видали, как стало? Это привидение. Это слендрина, мандарин. Не берутся цифры. Не берутся. Да.
Видали, как она стала? Я ж теперь там не пройду. Вон она. Вот и как. Вот как. Вот крокодил. Специально стала, чтобы всех разрушать. Так, тихо, ребята, сейчас. Ой, как музыка дурацкая играет. Фу. Аж голова заболела. Не получается мне к стенке прилепиться. Ой-ой-ой. Заколбасил меня. Ух. Ну ничего, так, ребята. О, сейчас буду цифры попробовать так. Пятерка, первая пять. Первая пять. Ну какую нажать? Давайте четыре. Четыре. Потом, ну не знаю какую. Давайте семь. Один. А ну-ка, восемь. Код всегда состоит из четырех цифр, да, ребят? Так. Пять. Четыре. Семь. Один. Два. Кто там клацает? А ну не клацайте, мальчик, мальчик. Как тебя там зовут, Джордан? Не клацай, пожалуйста. Дай, ну дайте я поклацаю, а потом вы поклацаете. Так, два. Два, семь. Так, один. Enter. Нет, не работает. Так, сброс, сброс. Они мне мешают. Ну пожалуйста, ну отойдите, ребят, ну пожалуйста. Ну, ля-ля-ля, как клацает мальчик. Ха-ха. Ты думает, просто так зайдешь? Ага. Не получится. Так, сбрасываем. Пять. Первое пять. Так, четыре. Один. Семь. А ну-ка. Нет. О, все клацают. Ну, так и я поглацаю. Я хочу зайти. Да, это крокодилина стоит. Так, ребята. Пусть все уйдут. Так, все ушли. Так, пять. Так, ну, пожалуйста, ну не мешайте. Ну, ребят, пожалуйста. Два. Давайте два. Так, четыре. Один. Семь. Эх. Не находится. Нет. Так, ребята, я сейчас еще разок попробую. Так, давайте наберем еще раз. Так, сброс. Пять. Давайте двойку. Четыре. Один. Семь. Ну. Ну. Не может быть! Ребята! Повезло! Вот это повезло! Не может быть! Я выбрался! Слендеринок, пока! Ха, класс, ребята! Ну чё, давайте исследуем! Вот это повезло! Как такое может быть? Ля! Да! Может там кто-то что-то нажал? Как оно сработало? Класс! Так, ладно, это жесть. Так, ребята, смотрите, новые двери не открываются. Ладно, эксит, эксит. Мы видим, что выход забито. Ага. Так, хорошо, пойдемте. Вот это прикольно. Ребята, кому понравилось, что Тиксик, я, желейный мишка, выбрался из... Мультипульти выбрался из слендеринового мандаринового дома. Поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал и напишите крутой комментарий. Обязательно. Ребята, смотрите, там наверху что-то. Ля, а что-то? Оружие, автоматики. Вот это жесть. Ля, я крутой. Сейчас я пойду эту слендерину, мандарину грохну. Так. Капец, круто. Ребят, вот это у меня ружбайка. Жесть. Вообще крутяк. Так, ребята, надо выйти. Что она не выходится? Что не выходит? А, все, точно так. Опа. Я вышел. Они хотят залезть. Ха-ха. Они не залезут. Я же закрыл. Ну чё, слендерина! А ну-ка, мандарина! Получи! Получи! Вот тебе! Ребят! Ребята! Не получается! Она ж привидение! Как её... Не получается её грохнуть! Жалко! Так жалко! У меня такой классный автоматик я нашёл! Этот мальчик истукан! Стоит и стоит! Сейчас я пойду ту! Вторую напарницу. Перезарядочка. Ух, классно. Вот это повезло. Крутяк. Ребята.
ребята, кому понравилось, какую я рыжбайку нашел. Это просто бомба. Жесть, вот это повезло. Не забывайте, сегодня вечером будут аниматроники. О, смотрите, мальчика голова застряла в сейфе. Класс. Так, ребята, ну где там вторая ее напарница? А, это тут я уже был. Так, сейчас я пойду попробую ее забомбить. Чего не летает в воздухе? Что с ними такое? О, сейчас я эту пойду, тихо. Осторожно, а ну падай давай. Не получается ее пройти, ребята. Ух, класс. Вот это... Я даже не помню, какие я цифры нажимал. 5, 7, 1, 4, 2. Класс. Так, ладно, ребята, где этот второй крокодил? Сейчас я им сниму. О, тихо, где-то тут. А нет, это тут шкаф. У меня крутые 3 автомата. Ну где вот та-то? Ружбайчка. Где та, вот та страшная вторая, которая меня 2 раза бомбила? Где она? А выходи! Выходи-ка! Получи-ка! А-а-а, классно! Да, они все хотят войти! А не получается! Так. Прикольно! Прикольно, прикольно! Так, ну где? Так, ребята, я всех пострелял? Ну что-то оно не стреляет, не бомбит. Так. Я сейчас попробую найти вот ту привидение. Где там оно? Так, тихо, тихо, тихо. Ну, попробую пройти. Сейчас я попробую. А, падай! Не получается. Тихо, тихо. О, получилось! Получилось! Сейчас я пойду ту забомблю, ребята. Так, идем, идем. Вот тут она. Она, получи! Получи! Ля, ребят, не получается ее забомбить. Ну ладно, тогда если вам понравился этот видосик Roblox про желейного мультипульти, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Пока, ребята!